Привет, друзья! Сегодня я к вам с еще одним вкусным рецептом хрена. У меня есть на канале несколько рецептов. Еще один вкусненький рецепт в вашу копилочку. Корни хрена моем, чистим. И я нарезаю мелкими кусочками, так как я недавно поломала свою мясорубку, ее пришлось сдавать в ремонт. Теперь я нарезаю вот такими мелкими кусочками и только потом перекручиваю на мясорубке. Нарезала корни хрена. Я нарезаю и делаю сразу много, вот такую чашку. На мясорубку одеваю пакет, сверху резиночка и перекручиваю корни хрена. Перекрутила. Отдельно в миске развожу рассол, пол-литра воды, 2 чайные ложки с горкой сахара и 1 чайная ложка с горкой соли, 1 столовая ложка уксуса 9%. Все перемешиваем и порционно из пакета добавляю перекрученные корни хрена. Довожу до нужной консистенции. Вот так я довела до нужной консистенции. Можно сделать гуще или наоборот пожиже. Очень удобно добавлять корни хрена именно в воду, в рассол. Оставшиеся корни хрена перекрученные я перекладываю в пакете в морозилку до следующего раза. А этот хрен я раскладываю по баночкам и даю настояться хотя бы ночь. Тогда он получается ядреный, резкий, вкусный очень. Попробуйте, приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!